Здорово, братва! Ну что ж, я нахожусь на основном аккаунте, у меня практически все персонажи уже фулл. Уже все с пассивочками, многие уже на 500 кубков, и остался у нас Карлушечка. Недавно я его получил, и он у меня уже доступен на 10 уровень. Ну, то есть мне надо найти звездную силу. И так как я недавно апнул 10 тысяч кубков, тут очень, ну, такой, знаете, символичный. Это не просто мегаящик, это мегаящик за 10 тысяч кубков. Я, конечно... Хотел бы, чтобы суперселлы какую-то изюминку сделали бы на такие легийные сундуки, но нам только остается верить в чудо и в магию. А магия заключается в том, что вы просто ставите лайк, подписывайтесь на канал, и, о чудо, падает дроп. Проверяем, работает это или нет. Сейчас мы его откроем. Если не выпадает нам пассивка, мы открываем с вами бравл-боксы и выбиваем ее. Хотя не знаю... А может и не будем выбивать. То есть посмотрим. Если ролик соберет дохренища лайков, я, наверное, потрачу все боксы, наверное. Не, ну зачем мне все боксы тратить? Нет, это глупо. Это глупо. А что же я могу сделать? Что же... А вы придумайте, что мне сделать, если вы соберете много лайков. Могу задонатить на Твинка, но не особо хочу. Вы скажете, задонать мне. Хорошо, я подумаю. Кстати, по поводу задонать мне. Кто подпишется на мой инстаграм, если мы добьем 60 тысяч подписчиков, там спайк еще в магазине сегодня, последний день. Если 60 тысяч подписчиков мне в инстаграме добьем, кому-то из вас еще куплю спайка. И сегодня, кстати, результаты еще конкурса на 3 спайков на Hold Extreme. Залетайте и приходите, ну, ждите результатов. Ладненько, рекламная пауза и поехали, короче, открывать сундук. Витя, Петя, Руслан, Андрюха, Женя, Кирюха и все остальные. Надеюсь, вы лайк поставили, потому что вот если какой-то Артем... Виталик там, или я не знаю, Давид, Кирилл, блин, не поставит лайк, это же не сработает. Магия работает только, когда мы все вместе ставим лайки, и тогда падает нам пассивка. Короче, давай, прожимай лайк, давай, я жду, я тебе даю время. Все, успел? Я думаю, там, что там, подписаться, поставить лайк, это за секунду. Все, открываем мега-супер-лупер ящик. Так. Два предмета в ящике. Это что значит? Это значит, выпадет пассивка? Слушай, ну если выпадет, то, блин, это прям я аж сам буду удивлен. А, ну давай проверять. Так. Ну я не знаю. А, ну да, 9 кристаллов. Угу. Пупа и лупа. Пошли получать зарплату. Ладно, ладно, поехали открывать бралбоксы. Чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Хотя не, я не пойду отрывать бралбоксы. Я не хочу тратить бралбоксы. Серьезно, скоро добавят еще какого-то нового персонажа. Вас спросите, откуда я это знаю? Да не знаю я просто так предполагаю. Потому что, ну блин, разработчики будут добавлять скоро новых персов. А я не хочу тратить боксы просто на одну пассивку. Я уверен, что на завтра у меня в магазине появится. Поэтому черт с ней, с той пассивкой. Поехали, лучше просто поиграем на Карлушке. На Карлушке, поехали поиграем. В ШДшечке. Блин, ну я уверен, не поставил лайк. А кто же не поставил лайк? Дай угадаю, сейчас. Сейчас попробую сфанговать. Думаю. Павел! Павел спалился! Че, думал, не спалим, да, тебя? Ты какого хера лайк не поставил? Слушай, из-за тебя вот это... Нам приходится теперь ждать пассивку в магазине. Сейчас бы мы ее выбили с мегаящика, Павел. Че ты так... Чё ты такой, блин, некомандный игрок? Йола помидора. Короче, иди нахер, я тебя убью, потому что, ну, все равно сейчас сам сдохну следом за тобой. Поэтому какая разница, тебя или меня первым? Ха. Для меня разница есть, минус 3, какого хера, непонятно. Поехали в бой, сейчас будет все понятно, все будет ясно. Если сейчас еще раз проиграю, бомбану. Не хочу бомбить. Не хочу бомбить, хочу выигрывать. Ну, если проиграю, я возьму другого персонажа. То есть, ну, Карл как-то тут не заходит однозначно. Это не та карта, где надо играть на Карле. Сейчас, короче, мы добьем. Так. Боже, надеюсь, меня сейчас никто в кустах не найдет. Да, все, отлично. Так. А, бля! Ты чё тут сидишь? Сверчок. Блин. Мимо. Смотрите, прикол. Смотрите, опа. И достал. Еще раз, опа. Угу. Эй, я с тобой, я с тобой. Да ты шо, сука, котлет объелась? Я говорю, с тобой я, все, давай. Нет, лашпед, лашпед. Лошара,
Эй, лошара, смотри, я еще живой, эй, петух. Шо, петушара, иди сюда. Шо ты крутишься, ты, дегенерат? Крутится он. Давай, давай, крутись. Крутись отсюда нахер. Давай, давай, давай. Надо добивать, надо добивать, надо добивать. Так. Забираем. Так, ты давай тоже отсюда немножечко делай ногу, потому что я немножечко волнуюсь. Так, все, спасибо, Пэм. Блин, Пэм красава. Тихо, 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 Пэм. Что-то я тебя преждевременно похвалил. Так. Пропеллер оставляем напоследок. Напоследок, а то потому что ульту фармить не очень легко. Давай, сливай, сливай свою аптеку. О, да. Надо подойти к ней. Я знаю прикол. Надо подойти. Сейчас метеорит туда бабахнет. Сука, не на меня метеорит. Какого? Сломали мою оборону. Кто тут у нас? Бык? Угу, бык. Так. А почему метеорит не падает? Ты опять набила ульту? Так. Хорошо. О, слушайте, можно залететь. Давайте залетим. Почему нет? Я ее все равно убью. Хорошо. Давай быка убьем, Бык, подойди уже к ней, реально уже надоело. Бык, давай, 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 жмем ее, корову. Жмем ее, шлюху. Кого ты бьешь? Кого ты бьешь? Кого ты бьешь, блядь? Ну все ж нормально было, ну мы ж ее потихонечку так продували. Че он на меня переагрился? Ладно, оставим в покое Карла, я знаю, кого я возьму. Кого же я могу взять? Шелли? Да меня же тут отымеют сейчас всякие тиммеры, блин. На рикошете можно по фану, да, попробовать? Ну, давайте попробуем на Рика. Не знаю, на этой карте. Чё? Ну, тут ближники в основном. Но опять же, ближники, это смотря сколько кубка. Вот на 500+, там совершенно другая мета. Там воробушки разные, дальники, короче, в центре затимятся и все. И... Так. Да ты, блин... Как ты так уворачиваешься от пуль? Мы тебя вроде с двух сторон, а ты... Так. Есть, 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 есть. Так. Хорошо. Неплохо, да? Неплохо. Так, 9 бойцов еще. Ну, надо, надо, короче, на рикошете затащить. Ну, тут, в принципе, на кольте можно тоже попробовать. Интересно, он сейчас попадет? Не попал, не попал. Так, 5 бойцов, нифига как быстро. Нифига себе. Так. Так, 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 кольта словить. Ну, я должен, блин. Я должен, но не, никому ничего не должен, короче. Так, кто у нас тут, кто у нас тут, кто у нас тут в кустиках? Так, Шелли, окей. Блин, мне надо ульту уже сливать. Есть. Давай, 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 давай. Есть, все, минус кольт. Так, 3 бойца. Ну это топ-1, нифига, неужели я на рикошете тут смогу подняться? Буду стараться. Бля, вот это мне не нравится, то, что он на меня надумал агриться. Надо набить ульту. О, хорошо. Ха, он не на меня сагрился. Отлично. Так. Просто топ-1 вообще как пылесос. Бля, круто. Короче, друганы мои, ставьте луйкосы обязательно. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что сегодня последний день на спайка. Я уже сколько? Троим задонатил, да? По-моему, троим. Еще троим сегодня предстоит задонатить. И еще могу четвертому. То есть это будет уже седьмой, если так посчитать. О, боже, 7 спайков, офигеть. Неплохо, неплохо так. Ребят, короче, пока я вот раздаю, пока я вот халява есть от меня такая, пользуйтесь. В инстаграме 60 тысяч. Пока плачу за подписки, пока платят рекламодатели, пока есть за что платить. Поэтому подписывайтесь, пока раздаю. Ну, естественно...
кому-то рандомно выдам, либо последнему, кто в директ напишет, выдам, либо я просто буду читать ваши сообщения и вот каким-то образом рандомным. Может быть, просто кого-то запущу в сторис, чье сообщение понравится. Не обязательно, что за призом приходить в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь, добивайте 60 тысяч, и кому-то еще повезет, сегодня спайка куплю. Если, конечно, добьете. Если не добьете, то какашки вы. Все, спасибо вам всем за просмотр, за лайки, за колокольчики. Всех обнял, жду вас на стриме сегодня. Еще сегодня будет один ролик. Все, не прощаюсь, до скорых встреч.